В Буландынском районе в этом году ведутся работы по прокладке водопровода в 6 селах. В ближайшие годы планируется централизованная подача питьевой воды еще в 5 населенных пунктах. В селе Караузек Буландынского района работы по прокладке водопровода в рамках программы АОЛ ЕЛБСГ начаты в прошлом году. Сейчас строительство полностью завершено. В ближайшие дни будет запущена централизованная водная система, которую жители ждали десятки лет. Проложено 14 километров водопровода. Теперь через несколько дней осталось прочистить трубы. Мы надеемся, что вода будет подана. По селу подключат 200 семей. Уже подсоединено 99%. Есть 4-5 сел, которые еще нужно подвести. В этом году мы включили их в заявку на бюджет. Сдали в министерство. Если средства выделят, то мы реализуем эти планы. В рамках программы АОЛ ЕЛБСГ также проведена капитальная реконструкция сельской школы. Были заменены двери, окна, выровнены пол и стены. Ожидается, что в следующем году будет отремонтирован фасад, а также заменены водопроводные и тепловые трубы. Я жительница этого села. В этом году ведутся работы по строительству дорог, водоотведению, которых не было за 30 лет. Мы благодарны. Школа ремонтируется и обновляется. Очень рады. Третий проект, реализуемый в селе Караузек, капитальный ремонт внутри поселковых дорог. Уложено 400 метров асфальта, сегодня по краям дороги насыпают и выравнивают гравий. Василий Павлидин, Макпалай Бабина, Алишер Шукубаев, Кукши Акпарат.